Добрый вечер всем, дорогие друзья, подписчики. Небольшой такой гайд. Многие спрашивают, как на Windows 10 сворачивать все окна, потому что раньше это было кнопочка вот здесь, но теперь ее нету. Все банально просто, она находится, наверное, никто не догадывается, вот здесь, в самом торце, где часы, потом идет у вас окно уведомления, и вот этот вот маленький квадратик, на него нажимаешь, это свернуть все окна. Надеюсь, это видео было вам полезно.